все-таки Урсай против ПАшку взяли, не знаю, может быть, какой-то разор подошел бы лучше здесь, но если расфармится Гидра, то будет жестко. Но у Гидры безумно мобильный герой. Рабочий, а там у нас Гидра делает ФБ. Его посмотрим, как это было. Итак, Гилгер душил-душил он этого зайца, душил-душил, а тут центряк, и тут просто тычки вот так вот забирает у нас Гидра себе ФБ. Ну, вроде пока нет, лимит живет. Хотя там волк забустил урон здесь Гидре. Зайца со спины бьют, зайца разменяют. Ну и Лимитас тоже должен умирать. Ну, тройку на саппорта. Хотя если сейчас Дрим умрет, это будет печально. А он, скорее всего, умрет сейчас. Да, минус Дрим. Вот этот и даблкил делает Лимитас. Я думаю, он доволен. Ничего с ним не сделать. А вот Мику можно. Два удара осталось. Два удара. И будет килл. Злая Мишка у нас тут. Или злой забирает у нас. Ником, у него инрейдж есть, что еще на близе. Ты куда? Сюда. Ну, сейчас, кстати, могут его раскатить. Хорошо. Хотя, энчант замедляют Ватсона и минус Ватсон. Да. Есть контакт. Так, а там что у нас? А там у нас убивает Лину. Минус Лина, кстати говоря, в миду. А, тут хорошее убийство было. 358, получил аскольд. До конца гейминг от Гилгера. Гилгер, возможно, ошибается. Там клэп! Заяц, хорошо, перетяжечка. И аскольд делает дабл килл сейчас. Вот вообще, знаешь, невменяемые ставки, но они проходят часто очень. И я вот им впечатлился, и мне что-то нравится. Тем временем у нас нападает на зайца. Заяц горит, больно Лимитус также. В итоге размен должен быть. Само собой забрать нужно беста. А теперь на Лину. Лина стан хорошего дает, пока отступает. Здесь залетает близи на Лимитуса у нас. Там релокейт сразу же, но это минус должен быть бист. Конечно. Минус бист, 6-9 становится. А вот она и БФшечка появляется у Дрима. Итак, крит, ну крит! Ну нет, без крита. Не вылетает. Печально. Там минус Мига, кстати, у нас в миду. Аскольда сейчас могут еще наказать. Близи уже бежит. Близи уже очень близок. Прыгает Мелоди, нажимает корни прекрасные. Но в итоге баш. Вылетает все-таки у нас. И забирают здесь прекрасную принцессу Лину. А там на Ватсона. Ватсон накидывает дефьюзи, кинезер страйк, нажимает. ЧП энрейдж, энрейдж нет. Снимается Аегис. Итак, минус Аегис. Смотрим дальше. Очень серьезная проблема. Но окей, релокейт. Снова, блин, ну это какой-то вот вообще просто день сурка у нас у Лимитуса. Происходит, хотя приходит Ватсон сюда, говорит, ну это минус Лимитус в любом случае. И возможно Ватсон, но он сейчас приплел на драку, хотя подтягивается у нас Лина, ну там кончается стрелки. Ну все, расходится, Гидра довольная, думаю. В одной и той же точке, бедный Лимитус, Ватсон, инрейдж, куда Дрим прыгнул, ты че делаешь? Что сейчас сделал Дрим, зачем он вообще напал на эту Урсу? Куда корни по двум героям нажимаются? Ватсон пока далековато, у него есть блинк. Оверпауэр. И так ждет момент. Такой сквозь минус аскольд. Ошибка жесткая от Гидры сейчас была. Куда пошел Дрим? Какой-то шеро в смоках. Ставится в центре. Итак. А, Близ подтягивается, нажимает разгон. Всех застанет. Вспоминаю, как давно в уроке в Нави еще на Рубике так сделал. Но в итоге минус Заяц, минус Близи, минус 2 делают. Там был немножко другой исход. И так укатывается аскольд. Аскольд уезжает. Вроде бы. Хотя, подожди, нет. Его тоже забрали. Ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, Дрим запрыгивает у нас, получается. Там поймал Дрим. Тут Ватсон рор словил Дрим. И Дрима наказывает у нас. Мика на Леокейте пока отсюда упрыгивает. Хорошо. Ну и тир 2 вышка падает. Это еще плюс к экономике, смотри. Просто вот одна ошибка, щелчок, и как бы игра просто из твоих рук выскальзывает. Рыбка пойманная только что. Трофейная. И это уже минус 2. Это минус Мика. Это минус Заяц. Минус 3. И просто на хэграунд поднимается. Включаем байбек и что делать? Пашка еще не готова в бой идти, по всей видимости. Так. В трон, что ли? Серьезно просто? В трон пойдут? Я не верю просто, что так игру закончу. Я просто не верю. Похоже, так произойдет. Сейчас нападает на Близи. Минус Близи. Умирает Близи. Просто вот. Просто вот за 5 минут игра кончилась. Обалдеть, просто шок. Я не верю. И все. Минус трон, ребят, GG. 1-0 за ашерами, капец. Мне очень нравятся эти пики. Пики реально хайповые, для просмотра прям вот самое то. Когда большие турниры, в среднем 11 часов в день. Когда просто? Когда? На Мика у нас нападают. Мика у нас горит. Это ФБ. И еще и Ватсон забирает фрозблот.
Ну, это тоже нормально, кстати. Тут у нас еще Мика. Мика, кстати, красный, очень мелочь. Сможет ли его убить? Добро, достает, кстати. Да, и пару тысяч туда под хвостики. И еще одну можно. Хорошо, 2-0. Катает. Они все ушли за шеров. И у нас сейчас Близзи умрет. 3-0 будет, ребят. Урса как-то на секундочку делает уже третий кьют. Киллинг спри Урсы. Да, и начнется давление, соответственно, сразу же. Здесь на Мелоди нападает Фокус Файр. Первый пройти у нас на этой карте. Там пока Джавелина нету, но... Пауэршотик и чуть-чуть еще забирает. Вот это самое главное. А там у нас минус Гилгер. И здесь есть дуэль. И вот она, первая дуэлечка у нас. Хотя, возможно, не выиграна. Нет, выиграна. Призет так, и полетела дуэлька под Риму у нас, но хватит ли урона? С Ватсоном хватит, да. С Ватсоном хватит, минус Медуза, Дрима забирает у нас на этой карте, но это еще не точно. На Ватсона, Фокус Флайер полетел, Ватсон пытается уже, получает Шекл, Ватсон призет так снимает у нас этот Шекл. И Реквием забирает Ватсона, минус Ватсон. Хорошо убийство, стрик, напомню. Дрим забрал из 6 киллов, еще и Гилгера поймали. Прыгает у нас легионочка. Аскольд, нужны кайлы, срочно! Не спасает Заяц, пытался, но не получилось. Получает лимитос уже вторую дельку у нас. Умирает там Гилгер от Мистик Снейка, или от кого у нас умер он? От Микки он умер. Рор... Достанет сейчас. Полетел Рор у нас. Ну что, будет ли телепорт? Телепорты нажимаются у нас. Бегут сюда, Урса летит. Все еще живой Лимитус, но догорает от огня. Там Реквием, неплохой. Минус Заяц, Заяц распилили у нас на части. Есть контакт. У Дрима, кстати, кончилась мана почти. Имеет уже Стонгейз. Ну поймали Ватсона, Аскольд. Папочка просто Аскольд. СФ отсюда увезли, но это минус Ватсон, ребят. Это очень важно. И еще один килл. Шикарно, 10-9. Фурсы были бы неплохо. Итак, Лимитес залетает, он с шардом уже, если что, и прям в кусты Лимитес. Неплохой врыв прыгает Ватсон на Зайца, Заяц в концов год Меку нажимает, кучу времени выиграл. И за это время у нас убили Лимитеса, пока Заяц у нас был под фокусом Урсы. Но сейчас же вернется обратно у нас Гилгер. Прямо в лапы врагов, хотя там Джекира подошел на тизер. Успеет ли? Не-не, добить его должны... Ой, кабаны мешают. Кабаны мешают ВР-ке, как же сильно. Вот именно по этой причине ВР-ке нужны фейзы. Плюс еще работает фокус файр, нажимается скан. Итак, наши РС могут ли что-либо сделать? АСПС целится у нас. Дрим все еще Рошика бьет. Где Ватсон? Ватсон? Ватсон прыгает, но Рошан поднимает его Дрим. Все, Аегис поднимает шарт. Не знаю, у кого он там этот шарт, но посмотрим сейчас. В итоге Ватсон здесь, без инрейджа остается. И он умирает. Минус Ватсон забирает Урсу. Дрим на Аегис ему даже близко не выбили. Мы выбили ману, но не ХП. Ну, поднимается на ХЗ, на ХЗ, на ХГ. Итак, Гилгер, 5 секунд, Гилгера нужно, чтобы увезли его, Гилгер умирает, и он же... Ой, беда. Там оставалось 2 секунды до окончания релокейта. Итак, СФ идет. Могучий, со своей красивейшей походкой, его поймали на Рор. Нажимает Стонгейс, Рор снимает вовремя. Кстати, но бьет очень больно СФ, а релокейт дает его подальше. Тут Дрим все равно на месте. Дрим, Реквием, ну отогнали его. Там что у нас сбоку происходит? Ватсон бегает, БКБшки пока никого не бьет. Ватсон, все живые, все здоровые. Опять Мереска, Тариал нажимает просто у нас Ватсон. Энрейдж нажимает, но кастуется Террорайз. Туда подальше, забирают СФчика. И сейчас заберут Ватсона еще по идее. Да, это минус, будет минус Ватсон, минус Гилгер, минус стрит команд Гидра. И Гидра может идти и делать мега крипов вообще-то сейчас. Поймали Мелоди здесь. Это GG. И это GG. Ребятушки. Победивший проходит в финал Венеров. Проигравший после этой карты падает на Немигу Лузера. Так, разгон есть. Бежит Мелоди. Бежит. Итак, может быть ФБ будет сейчас на 5 минуте. Баш наконец-таки вылетает и делает. У нас Гилгер ФБ. И там даже Мика приходит на подмогу, смотри. Может быть, они сейчас на Ватсона нападут? Они нападут. Хороший дождь иллюзиями здесь. Прыжка Макакина, разгон. Застрял он в кустах и умирает. Смотри, Близзи забирает Ватсона, а Войда там уже третий. Урона 240, еще и Гилгера сейчас здесь Гидра заберут. Сюда, 2-1, Близзи дабл килл. Куда он бежит? В тир 2 пошел. Ты че? Вот это ганг. Вот это я одобряю.
Так, там у нас еще торнадо, ЕМП по Гилгеру. Гилгер, больно, минус Гилгер. Итак, 4-1. Так, нападение полетели на Гилгера. Гилгера поймали, Гилгера нахмер на себя, неплохой дождь. Голод Гилгера сейчас продолжает в погоне, минус Гилгер. Должен быть. Еще и пришел Пакс, он арбу, кстати, потратил. Арбу потратил, молодой человек, но Пакс нажимается Дрим. Шифт за дожу, арба секунда, но не успеет, шифт КД. Минус 2 делает Гидра. Торнадо полетело, красотища, подтягивает Донат Дрим. Есть Варкрай, Дрима на всех, вешается Дримков, но здесь минус уже Пак. Пак что прям вообще очень трудно ему здесь в этой игре. И Бэдлом работает, Лимитед понимает, что он никуда не уйдет, просто пытается вышку рукой своей, то есть пилой своей добить. Есть Дримков, но в Дримова пал Чакрам. Дрим сразу его разорвал, сразу же у нас. Мика выживает и приходит поддержку, какой бы устроить потом героям. Террай залетает, хорошо, это минус Пакич будет, это минус Тимбер должен быть сейчас, хотя Тимбер нанес нормальное количество урона, но опять же, видишь, Свен дерется, а Нага пока нет. С другой стороны, там у них Близзи тоже не дерется. Близзи вообще свою фармит здесь, чисто Кирием Баланар у нас там фармится Ганимом. ЧКДС, Дрим нажимается на страйк, катаклизм, ой, катаклизм, террорайз, и минус. Лимитус, а там у нас заигрался Близзи, это керри команды Гидра, по его геймплею, по крайней мере, то есть настоящий керри, да, который дерется своей командой, а Близзи бегает фармит. Ну, в общем, минус, короче, Близзи дает инстрик, фидун на Близзи жесткий, но здесь минус Пак, сразу же пришел Дрим, настоящий кор, и Ватсон успевает до стана нажать слип, я ошибся, вот, ой, не понял. Как это было? А, Ватсон пытался просто улететь, а там торнадо. И теперь понятно. И еще минус Нага, ребят, 19-3. Ну это прям вообще разрыв просто по всем статьям на этой карте происходит. Там нападает у нас снова на Тимбера. Снова у нас тут Лимитус страдает. Ну, отправляется в поле. После этого начинаются DPC сразу же. Не помню, что за лаги. Бля, обновление, чувствую, будет скоро. Прям чувствую. Попал, серьезно? Я даже не поверил в это, а ну-ка. Бара, смотри, убегает. Ай, хорошо. Баб. Ну это красиво. Там с ГДС все равно. Увидели Папиласа, поймали его. Минус. А тут-то еще и Ватсон. Ватсон успеет ли что-либо сделать, вообще мне интересно. Понял. И здесь тоже все предельно ясно. Ну, к сожалению, ребят. Но это не игра Ашеров. Ватсон, увидели настоящего Близзи, сразу накидывает сало. И никак не задиспелить, нужен срочно Дрим. Где Дрим? Вот он, Дрим пришел. В общем, Ватсона забирают у нас, и дальше можно идти. Мелод забивается, нападает на Лимитус, еще по сайленсу, когда секунда остается, сейчас будет готов. И Пака тоже можно зафокусить, вообще минус Пак еще. Лимитус под кол снэпом не улетает на Тимберчейне, санстрайк. Ветра он нажимает пока еще живое, но сразу же минус. Дрим также нас догоняет по Годлайку сейчас. Аскольда. Грустно. На бедаков. Ой. Нет, Мелоди, конечно, на этой карте реально подпивас жестко. GG, ребят. GG, это 1-0 за... Ой, 2-1 за командой Гидра. И Гидра у нас выходит на крипвейв. То есть Гидра себе обеспечила уже минимум топ-3.